Вот тут привезли. Ого! Это новые заветы привезли. Как раз нам тут раздавать. Здорово, были. Добрый день. Сколько привезли? Не знаю, 250 килограмм. 250 килограмм? Это я не знаю, как перевести на количество. Надо взвесить одну пачку. 250 килограмм. 2,5 центнера. Вот оно какое дело-то. Вот кто-то же издает их. Да. Тут для нас прям. Вот Господь же дает такое сокровище. Тоже-то действительно. По благословению патриарха. Спасибо, Господи. Да. Там внизу какие-то книги еще лежат. Поэтому перевалочная база наша для других пойдет. Еще сколько? Вот и сегодня у нас 9 февраля 2019 года, суббота. Вовремя вы пришли. Давай. Да. Дела. А себе-то не оставишь? Спрашивай, себе-то оставишь домой? А что это за книги там? Это Евангелие. А-а-а. Другой только. Понятно. 250 килограмм. Надо было не как-то свесить хотя бы пачку одну. А потом разделить на количество и узнать, сколько в центере. Все? Поехали? Ну, с Богом. С Богом. Благословенная машина. Рука у меня замерзла снимать. Пойду. У нас сосна. Вот смотрим сейчас, как там на оленях ездят. Как они мерзнут. Понять не могу. Как там терпеть можно. Это у меня вот голуби тут. Пристали ко мне, что я заколол. Да как это? Везде селекция делается. Лицемерие такое. Безбожники. Едят мясо. И все. А кого мясо-то? Оно не на дерево растет. Авраам приносил в жертву тысячи, может быть, сотни тысяч голубей, надламывали крылья. Указание такое. А это лицемерство одной ложь. Пожалел волк кобылу. Ну, вырастили, на лето выросли. Курицу колите, колите. Но это точно так же. Быка колят, жирафа, кенгуру. Все.